Увидели, да и, наверное, вряд ли увидим. Зато штрафных и друг голов насмотрелись на любой вкус и цвет. Шотландия впереди. И сейчас даже одиночный удар уже аргентинцев не спасает. Не спасает от поражения. А здесь еще и выигрывать надо. Так что только два штрафных дают им ничейный счет. Так что нужно заносить. Сейчас во что бы то ни стало. Нужно заносить. И, похоже, они это делают. Вот это да. Как причудливо у нас тасуется колода. Как у нас лихо выкручивается сюжетная линия, а? Да, может быть, не самую яркую игру мы сейчас видим по результативности. Да, может быть, и не... Балует она нас россыпью каких-то эффектных комбинаций. Но зато каков сюжет, а? Какие качели? Какие драмы тут разворачиваются одна за другой? Казалось бы, после удара несостоявшегося Кантепоми, после того, как второй дроп-гол забили шотландцы, намного проще им будет сейчас довести встречу до победы. Но... все буквально в один момент изменилось после этой попытки. Лукас Гонсалес Амброзио. Вот тот человек, который сейчас, ну, буквально на 180 градусов развернул течение игры. И положение шотландцев может еще более усугубить в Кантепоме, если пробьет реализацию. Пробьет, естественно, если точно. Так-то он пробьет ее в любом случае. Отсюда он уже попадал. Впрочем, и не попадал тоже. Есть! Точно!